Час знаходження мощей Святой Матрони Московской и крыжа мощевика у Гомелі протягнули. Як поведомили у Гомельской епархии, зробили это по просьбах верников. Святыни находятся у храме Преображения Господнего по улице Каменщикова. Старица Матрона – одна из самых ведомых и шанованных православных святых. Усе яе життё – приклад великого духовного подвигу, терпение, самоадрачение и спогады. Матрона Московская допомагает людям позбавиться от хвороб и справиться с життём меня годами. Помолиться святой старице и попросить у яе допомоги верники могут подчас богослужения с 8 до 21 до 30 листопада.